номером под это музыкальное произведение Татьяна Навка и Роман Костомаров стали олимпийскими чемпионами. Теперь вариацию на ту же тему Татьяна Навка исполняет с Маратом Башаровым. Марат, что это? Пародия или серьезное заявление? Таня, тебе что, надоел Рома? Господин Жулин, куда вы смотрите? Ответы на все эти вопросы мы получим через минуту. Татьяна Навка, Марат Башаров. Зачем? Чего, опусти? Еще ниже, ниже. Гордо, стань гордо. Торадором. Стань торадором. Вот. Торадором. Вот. Вот. Можно я расскажу один секрет про Татьяну Навку? Когда нам уже нужно выходить на лед, Таня вдруг садится и начинает перешнуровывать коньки. Ты же должна быть загадкой. Наоборот, отворачивайся, чтобы все хотели, желали увидеть Навку. Клянусь тебе, я так переживаю, еще бы, я и так переживаю. А когда привыкнешь, привыкнешь. Рома привык, Саша привык, и ты привыкнешь. То есть, в принципе, я уже, как тебе сказать, я готов с ней танцевать. Я хочу танцевать. Я пришел сюда протанцевать Кармен с Навкой. Но все, я встал, пошла музыка. Блин, как бы... Чего начать? Пути прямой роют упрямый глупый крот. Нормальные герои всегда этот обход. Родственники татара обалдеют вообще, скажут. Ну, ты татарин, Кармен взял. Я не могу вообще. Взял бы что-нибудь нашу бы что-нибудь. Кармен, куда посмотри? С твоей татарской кровью, Кармен. Ищи тебе не перечислись, тебе любим плакать. Осталось там 3-4 программы, очень тяжело. Очень с каждым днем все тяжелее и тяжелее искать идеи, удивлять. Нет, не пошел, Тань. Ты делаешь. Я не могу тебя взять, когда я вот так нахожусь. Ты едешь туда, я еще здесь. Стоп, подожди, я же тебе объясняю. А я тебе тоже объясняю, ты меня не слышишь. Я говорю, я не сделаю эту вещь, пока мы с тобой не встанем, я ровно за тобой не выйду напрямую. Я на повороте не могу тебя взять. Конечно, абсолютно. Я понимаю. Правильно, я тебя еще не взял, ты уже падаешь. Вот и получается у меня. Чем мы ближе подходим к финалу. Один наоборот. Соперниц все больше и больше. Вот, вот там судьи, вот. Куда идем? Что делаем? Так ты меня поднимешь, прокрутишь, вот туда вот так пойдем, понял? Куда поднимешь, прокрутишь? А. Поставил. Мы хотим сделать лучше, чем они. И вот, вот это борьба, это спорт, и это абсолютно нормально. Сейчас, сейчас разорву. А я да. Бум. Я не знаю, как там на Олимпиаде, но у нас своя Олимпиада. Кармен, ё-моё! На льду Татьяна Навка, Марат Башаров. Два предыдущих соревновательных дня заканчивались для Татьяны с Маратом вторыми местами. А до этого была победа. Помните, когда была тема танго, их замечательная композиция «Риорита»? Тогда было 12 баллов максимум. Но сегодня другая тема. Сегодня классика. Классику танцевать очень непросто. Как-то справится Татьяна с Маратом с сегодняшней задачей. Будем надеяться, что справится. Пожелаем им удачи. Thank you.
Какая же она все-таки разная, Татьяна Навка. Татьяна Навка, Марат Башаров. Мы помним «Кармен» с Романом Костомаровым, олимпийская программа, которая принесла победу в Турине. Здесь новая версия, новый образ. Танец выполнен, в принципе, очень хорошо, но все-таки и от вас, и тем более от судей не удастся скрыть ошибку Марата. Ошибку, которая может дорого фигуристам обойтись. Вообще, когда Марат с Татьяной вышли на лед, я немножко боялся, что ли, если хотите...